중심지 오피스 분양하는 센트리스 분양사무소 오늘 매니저 미팅하러 왔어요. 아하. 안녕하세요. 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 알려나 니에토? 어, 이슈 니에토? 아, у меня встреча вашим менеджером, турок. Денис? Денис? Да. Денис, да? Да. Минутку. Одиннадцать часов. Главный, главный. А, бро, главный. Чакан, есть. Директор, да? А, привет. С директором? Чакан, минутку. У меня есть его имя. Алена, что написано вчера? Murak Bey. Murak Bey. Murak Bey. Tell me when you want to come. Ada? Да. Да. Я чуть-чуть. Второй этаж что есть? Второй этаж у нас такой офис такой. А, офис. Да. А. Кофе, капучино, латте. Латте. Латте самый дорогой, да? Да. Murak Bey. Murak Bey, да? Murak Bey, да. Это у нас директор. А. А вы? А вы? Менеджер, продажа. А? Как тебя? Дипфуза. Очень приятно. А. Я еще снимаю. Хорошо. Алиса? Ее нет? Ее нет, где она? Это Сентрис Тауэр, офис. Luxury office. Punyang 사무실이에요, Punyang 사무실. 여기 타워가 5개 동이 올라가는데, 어제 토요일 날 제가 대충 설명을 들었는데, 요거는 임대용, 그리고 저거는 층별 분양, 그리고 요 건물은 섹션 분양. 여기가 뷰가 좋은 데에는 한 층에 여기 분양 가격이 5,300불 스퀘어미터당. 이쪽으로 아미르티문 광장이 쫙 내려다 보이는 위치라서 좀 비싸고, 1층 상가는 아직 분양 안 한다 그랬고, 층 한 층 통째로 분양하는 데는 2,500불부터 시작한다고 했으니까 뭐 층 올라갈수록 조금씩 비싸지는 걸로. 코치. 오. 프라달리 하라쇼다? 프라달리? 하라쇼 프라달리다? 나다 프라다쇼 хорошо идёт. 마가진 не продаёт, блин. А парковка продаёт или нет? Продаётся, но сейчас на продаже нет. Потом. О чём? Потом выйдет. Почём? Пока цен нет. Цена пока нет, да? Да. А трипуза ти ранси кзера ботала? Раньше? А. Тоже хотели продаж? Как где? А, Discovery Invest. Бульвар? Бульвар Гарденс, да. А, Бульвар Гарденс? Да. Грин-сити. Шаблон? Гульбура? Гульру. Гульру? Вы там были? Они покупали 5 штук. 5? Квартиру покупали? А, классно. А, не я, мой клиент. А вы сами чем занимаетесь? Я сами такие занимаюсь. А строите сами тоже? Да, дизайн, строите. Mm-hmm. И еще управлять. Mm-hmm. О, сегодня приехал продать свои здания. Продали? Продать ему свои здания. Кому? Как его зовут? Бурак? Бурак. Нашему директору? О, ему продать. Большое здание. А, это Коти? Коти управляет, да? Да, продает. Coach Construction, дизайн. Coach Construction — это строительный компания. Да, он я строит. Знаю. Это как бы молодой, сами большой. Молодой, чё? Юсуф. Юсуф Бей? Юсуф Бей? Не. Турок. Юсуф Турок? Юсуф? Не Юсуф. Еще пище есть. Получается, вы как инвестор, ну как бы у вас, или вы сами строите тоже? Я сам не строю. Строить неинтересно. Что делаете тогда? Просто покупаете и продаете? Я? Вы сам архитектор?
Архитектор? И строишь. Дизайном занимается, да? Да, дизайн. И свои маленькие коттеджи строил. Маленькая кассетка сам строить. Вот это турча делали, да? Да. Хорошее качество. Хорошее качество. А здесь сколько менеджеров? Как ты? Четыре. Хватит. Три менеджера и один супервайзер. Четыре получается. Алена кто? Алена это старший менеджер получается. Какие люди покупают? Какие люди покупают? Какие покупают? Ну, по-разному. Допустим, у нас блок C, там поэтажно продаем. Вот этот блок. О, да, да, здесь весь этаж продается. Да, то есть где-то в среднем 450-500 квадратных метров получается. 500 квадратных метров? Да. Здесь большая квадратура. А если маленький, то мы здесь вот рядом есть. Там же маленькая 300 квадратных метров. Маленькая мне предлагала Алена. Около, начинается цена $5000. Ну, сами безоки. Ага, ага, $5300 и 25% скидки. Да, 100% оплате, Вот так сказали. Не и купили? Еще. Не, у меня нету деньги. Я деньги вообще чудание. Земле. Да, сюда, да. Земле, квартире. А ты сама покупала квартиру? Discovery. Там? Нет, там почему? Нет. Ну, я потом прошла, когда уже цена подорожала. Вначале за один квадратный метр дешево было, но не дешево, подешевле. С самого начала $700 было. Да. Нет, даже $650-600 было вначале. Под котлован. Почему не покупала? Ну, в то время меня не было там. Я же потом прошла после карантина, а не до карантина. Да, до карантина очень хорошая цена была. Да. Хочешь покупай? Здесь покупали кто? Здесь. У меня тоже нет денег, чтобы купить. Были бы деньги, я бы купила офисное помещение. Коммерция все равно хорошо. Там у вас, вы хотите это построить сейчас? Или сейчас уже строится? Сейчас дизайн. Дизайн. Я нарисую сейчас. Я нарисую. Сейчас вот хотите сотрудничать, да, получается? Это что будет, жилой комплекс? Жилой, гостиница. Гостиница тоже? Мне надо менеджер. Куда менеджера хотите? А продажи кто будет заниматься? Наша компания? Пока не знаю. Пока не знаете? Пока. Вот сейчас хотите, да? Стадия дизайн. Это получается, где напротив этот вы строите, да? Кислород. Тяжелый кислород. А землю уже купили, да? Да, да. А когда покупали землю? Ну. Давно? Тебе сколько лет? Мне? 20. Мне 29. О, так мало ты выглядишь. Конечно. Мы как вы, вы тоже мало выглядите. Тогда... В каком году? Когда тебе 14 лет. 14 лет. А вы сколько здесь живете? Вы здесь давно? Когда ты была школьница. Школьница? Тогда покупаете? Я уже приехал сюда. Это не моя земля, это мой клиент. Это я пройдёшь. Уже в 2007 году покупали землю, 5 гектаров. В 2007 году продавали эту землю, что ли? Покупали там землю. Там почти копейки. Мизерные суммы покупали. Так, копейки. Вам повезло. Копейки. Вот приехал. О, окей. Hello. It's fresh. Please. Спасибо, помог, сколько это? Ага. Окей. Sorry, I forget your name. It's Burak. Yeah, last time in Trillant. Do you remember that time we were with the president of sure, company sure, for me? Of course. Do you remember? This one. This one is sales of floors. As well, yes. Each floor? Each floor. This one. How much is square meter for each floor? This one? This one. Only 500. 500? Around. And sales per square meter, 2,000? 3,000. Around 3,000. 2,000. This one is... I checked this room, Alena, with Alena. She showed me 5,000 and more, right? Per square meter. For, per square meter. 3,000 or something. It is with the discount, you say. Oh, yes, sure. No, with installment payment, yes, you are right. And this one is not going to sell? Yes, for lease.
For Lisa, Lisa, how much is this? Lisa is now. We didn't start. Now nobody wants to make contracts. Right, yes. There's nothing now. And this one also. We are keeping right now. Keeping for yourself. But we are planning to sell it as well. This one also sales. This one as well. And details we are keeping. We will lease it. How do you think? How much if you sell this detail? 7,000. It should be 7,000. It shouldn't be less than 7,000. 100%. One payment. Of course, sure. $7,000. Cash price. No, I heard that Modera. Modera sold the first for a commercial area with 10,000. 10,000. Is it correct? I don't think so. You don't think so? I'm not sure, actually, but it's my opinion, 10,000 is too expensive. 7,000. At the moment, in the, when the progress construction is going, getting higher. But there are different dynamics. You know, if square meters small, you know, they can sell. If you can sell 10,000 to 10 square meter, you know? 10,000. I'm saying that 100. If the premises is smaller, you know, you can sell it expensive. For example, in Trier, we sell one premises around 10,000, you know, but it was small premises. Small. Because I'm saying. I remember in Korea, 10 square meter shop in a shopping center was $100,000. Can be, yes, can be. Not in the first floor. Yes, in the middle of the building.